Ну что, опять краткое видео об оптике. Если вы от них уже устали, ничем помочь не могу. Бывает. В общем, у меня второй прицел 1:8 загонник, но при этом куплены на бешеной распродаже. С другими словами, надо места знать. $134, $139 после пересылки. 1:8 на 28 от китайской фирмы UTG, многим известной как Leapers. Версия с сеткой BG4 и включает в себя кронштейн. Теоретически, практически вот он. Но сейчас его доставать не буду. Хочу посмотреть на сам прицел. Насколько, как говорится, дешево можно взять 1:8. Есть, безусловно, лучше прицелы. Даже об этом вопрос, по-моему, даже не стоит ни у кого вообще. Но для некоторых целей особенно хорошие прицелы-то не нужны. 1:8 с баллистической четкой сеткой, с подсветкой. Да, конечно, не в первой фокалке, скорее всего. Уже с крышками. Что еще нужно для тактической мелкашки? Возможно, пойдет на мелкашку. Может быть, не знаю. Может быть, на арку какую-нибудь. Здесь у нас, соответственно, есть кнопки подсветки. Наверное. Я в этом пока еще не разбираюсь. Сегодня первый обзор, он у меня буквально приехал на днях. Сетку достаточно хорошо видно. Да, кстати, забыл включить вторую камеру. Извиняемся. Всем привет. Вот этот прицел. 1:8. Легко так и поворачивается. Вот он. Через него на камеру смотрю на очень короткой дистанции. И не на очень. В принципе, достаточно четко на единичке. На восьмерке надо будет смотреть и попытаться все-таки на природе, а не в доме снимать. Сетку-то видно. А вот подсветку надо будет, наверное, скорее всего, батарейку сюда поставить сначала. Ну, батарейка помогает иногда при попытке посмотреть через прицел. Посмотрим. Одна из причин, почему я купил, ну, не говоря уж о цене, это то, что здесь есть баллистическая сетка. А у мелкашки пуля падает на дистанции очень быстро. И, в принципе, может быть неплохо. Так, сейчас просто проверяю, насколько на единичке видно просто так. Ну да, то есть здесь надо, конечно, вставить его на определенной дистанции от глаза, но при этом видно сетку вполне неплохо. Даже несмотря на то, что я смотрю против достаточно большой лампы. Это единичка, да? У меня есть сомнение, что это единичка уже. Это надо будет проверять. Я не знаю, есть ли здесь настраиваемый параллакс. Это надо будет читать инструкции. Ну, сегодня чисто первый настольный обзор. И я, может быть, попытаюсь все-таки как-то снять на улице. Так, это у нас, соответственно, здесь кронштейн, скорее всего. Да, вот здесь пришел кронштейн. Стандартный IQ-Sync. Кстати, неплохие кронштейны. У меня их несколько штук есть для своих тестов. Чисто тестов сравнения кронштейнов. За свои деньги действительно неплохие кронштейны, с моей точки зрения. Так что вот, вот такая вот вещь приехала. Восьмикратник.
Есть подсветка несколькими цветами. 36 цветов, говорят. То есть кнопки есть на прицеле. Соответственно, красную или зеленую сторону это продвигать. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Как вы понимаете, это не самый супер-дупер прицел. Ну и, кстати, вот эта сетка предназначена для 5,56 до 600 ярдов. По крайней мере, по описанию. Я читал, у людей было много проблем с этими прицелами. Но за такие деньги мне не жалко попробовать и посмотреть. Я знаю, что эти прицелы доступны в России. Одна из причин, почему взял, чтобы как бы обозреть то, что у вас можно купить. Так что вот такой вот изначальный, исключительно краткий настольный обзор. До следующего.